нахуй, как будто демон ебаный, нахуй, превращается в какое-то чучело ебаное, чудовище, блядь, вот, и погубила-то его жизнь, он свою жизнь сам погубил, ушел с семьи, я из-под него окурки эти вытаскивал, постоянно он засыпал, он нажирался так, нахуй, на кухне вот так вот засыпал, сигареты, блядь, в руках вот так вот, и там пепел, все тлеет, нахуй, но я все из-под него вытаскивал, а когда они развелись, он ушел жить, блядь, как молодой какой-то пиздец, моей сестре какой-то, пойми. Я ей, кстати, хотел ебальник расшибить. Она нахуй здоровая была, ёптой мать. Метр под два, нахуй, такая дылда ебать. Я думал, ну и сегодня тебе ебал набью, думаю. Шлюха ебать. Знаешь почему? Потому что она закрыла его на... мне было 14 лет, она закрыла его в Рождество, блядь. Закрыла пьяного, нахуй, дома. Одного, блядь, пьяного. Он, нахуй, заснул, сигарету не потушил, пожар, нахуй, отравился угарным газом, умер. Все, ебать, жизни, нахуй, нету. Вот такие же люди сами себя губят своими же привычками, сигаретами и алкоголем, нахуй.